Здравствуйте. Подожди. Анатолий Васильман Продакшн. Фазак Пикчерс, представляй. Здравствуйте, я Анатолий Вассерман, и сегодня я сделаю то, что не похоже на меня. Я выйду на улицу и буду опрашивать этих людей. Ну, просто покормить свое эго. Так пройдемте же со мной. И вот наш первый опрошаемый. Ты любишь заниматься сексом? Да. Зачем тебе секс, когда есть Вассерман? Пройдемте дальше. Кто из женщин самая умная? Кадиллаки? Правильно. Нет умных женщин, есть Вассерман. Женщины не нужны. Пройдемте дальше. Девушка, вы верите в Бога? Да, верю. Спасибо, что верите в меня. Я это ценю. Сколько будет, девушка, сколько будет, если выглядит корень из 19300? Сейчас. А Вассерман уже подумал. Я покормил свое эго. Спасибо всем за внимание. И, кстати, Вассерман еще и умеет петь.